После матча на вопросы отвечает исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Иртыш» Андрей Александрович Кучерявых. Андрей Александрович, ваш комментарий по игре. Ну, в первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками за поражение. В принципе, одна ошибка в обороне и согласованность и решила исход матча. В то же время, когда команда играет без ворот, ну, о каких-то победах сложно говорить. Поэтому будем делать выводы, ну, и двигаемся дальше. Спасибо. Добрый вечер. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. На наши вопросы отвечает главный тренер команды гостей Артур Умамудинович Садиров. Артур Умамудинович, как оцените сегодняшний матч? Ну, в первую очередь, очень тяжелый матч. Мы ожидали, что он будет тяжелый по ряду причин. Перелет для нас это первый выезд, первый опыт в серебре. Мы знаем, в связи с трагическими событиями мы в холостую улетели в текстильщик Иваново. Сегодня для нас был на самом деле такой испытательный матч, где мы со знаком плюс, в принципе, его и прошли. Учитывали все кадровые изменения в клубе соперника, учитывали уровень футболистов, специфику сегодняшнего поля, выстраивали определенный план на игру. В принципе, он удался, ребята большие молодцы, я их всех поздравил за это. Показалось, что гол, забитый в ворота Иртыша, немножко даже раскрепостил вашу команду. А какие-то изменения делали? Ну, у нас изначально выстраивался такой план, что мы должны сзади сыграть максимально надежно и постараться забить первым гол. Для нас это очень большая проблема. Мы в предыдущих матчах, к сожалению, попадали в штанги, у нас отменяли голы, мы не забивали пенальти. И вот в этом плане был большой комплекс такой неуверенности. И забитый гол нам, в принципе, сегодня раскрепостил нас, вы правильно заметили. А какая задача у вас на сезон? Задача на сезон – выиграть каждый матч. И, если честно, если вы хотите внутреннюю клубную политику знать, я вам скажу, лично у меня задача с этими ребятами – выйти в золото. Как бы это банально и тяжело, и так фантастически не звучало, я считаю, что нам это по силу. Для нас это опыт. Ребята проходят серьезную адаптацию в новом сопротивлении, с новой географией полета, так сказать. Но мы видим, что в этой лиге все решает буквально там максимум 1-2 мяча, все команды ровные. Удачный старт, и я думаю, определенная серия побед, и мы увидим совсем другое турнирное расположение команд. В принципе, начало сезона мы видели, как менялась таблица, и две победы подряд, и команда уже вверху. Поэтому мы хотим быть вверху, максимально вверху, а если говорить за максимальные задачи, то мы хотим быть в ФНЛ. Артур Мамудинович, вам успехов. Спасибо большое, вам удачи, хорошая команда.